Всем привет, с вами канал Обзор Времени, и сегодня я покажу вам Casio G-Shock с номером модели DW5600DC1E. Открываем коробку и достаем металлическую банку. В коробке у нас остается лежать гарантия, инструкция и различные бумажки. Открываем эту металлическую банку, находим вот такую международную инструкцию. И напоминаю, что любые часы с наших обзоров вы сможете приобрести, перейдя по ссылке под видео. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом и доставкой по всей России. Продолжаем мы распаковывать наши часы. Убираем вот эти все бумажки и достаем наши 5600. Модель 5600 всегда славилась своим минималистичным дизайном, и в этот раз это не исключение, потому что здесь все тот же сдержанный вид и все тот же оптимальный набор функций. Но, как вы видите, во внешнем видео у нас произошли изменения. Это у нас стилизация под джинс, и давайте рассмотрим все это поближе. Вот такой прикольный принт нанесен на данной модели. Нанесен он качественно, как вы видите, здесь вот на безеле он есть, внизу на корпусе уже нету. Это чтобы исключить его лишние царапины и так далее. Сам принт нанесен действительно круто, не видно никаких погрешностей в этой работе, и смотрится это тоже очень необычно. Что касается вставки в циферблат, то она осталась по-прежнему черной, и это плюс, потому что сдержанность в этой модели — это то, что все ценят. На ней есть несколько надписей, это обозначение клавиш, присутствует логотип Casio и запись Shock Resist, что означает, что в этой модели сохранилась ударопрочность. Что касается материалов, то здесь у нас полимерный ремешок, полимерный корпус, задняя крышка и застежка у нас из нержавеющей стали. Крышка держится на 4 винтах, а наш электронный циферблат защищает минеральное стекло. К счастью или к сожалению, набор функций в зависимости от расцветки не поменялся. И здесь у нас 5 независимых будильников, таймер и секундомер. Это практически стандартный набор функций у G-Shock, за исключением отсутствия мирового времени. Так как у этой модели одна сплошная ЖК область, то ее подсветка здесь отличная. Люминесцентная зеленая подсветка вызывается правой нижней клавишей. И как вы видите, вся информация на ЖК дисплее у нас отображается без всяких проблем. На руке данная модель смотрится необычно, и я думаю, вам она тоже понравится, особенно тот, кто любит джинсовый стиль. Поэтому, если вам нравится данная модель, то переходите по ссылке под видео, вводите промокод «Обзор времени» и получайте эти часы по самой лучшей цене. А если вам понравился сегодняшний обзор, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока!